Так, добрый день. Сегодня решил. Ну, после того, как не играл в CS 2 месяца, решил попробовать себя зайти, посмотреть, что из этого получится. Вообще, конечно, сложно привыкать к игре, да? Прям как первый раз за компьютер сел, честно. В жизни, я имею в виду. Такое чувство. Ну что ж, будем ждать противника в этой точке. Какой хитрожопый. Вообще, он даже... Я думал, он в окне там сидит, так он даже сюда уже прошел. Хорошо. Так, будем смотреть на карту. Ну ладно. Идем на пункт А. Отлично. Ну все, в принципе. Уже, по-моему. В общем, да. Мы захватили этот раунд. Это здорово. 3-2. Уже лучше. Так. Давайте возьмем пару гранаток. И отправимся на пункт Б. Когда проходите через эту щель, через двери, точнее, на базе спецназа, лучше проходить первым. Либо в стороне от остальных, потому что все-таки, когда первый проходит, там снайпер его увидел и начинает стрелять. А зачем вы проходите? Как раз таки вы попадаете под пулю. Причем не вашу пулю, которая приготовлена была не для вас. Сейчас. Так. Хорошо, будем ждать. Ну а что нам? Куда же спешить? Куда нам рваться? Пункт Б. Почему-то много на центре народу у нас. Ну ладно, зато я буду смотреть только темницу, да? Значит, так, один на А. Ну на А еще один бы стянулся, был бы тогда еще лучше. Вроде в голову цели, фиг знает вообще. Так, ну что же. Давайте... Стоим здесь. Так. Все. Идем к бомбе. Бомба здесь. А противник, я не пойму, где. Тут стреляет где-то. А, ну они просто балуются. Озорники, хорошо. Хорошо, очень хорошо. Ну как? Вроде... О! Нормально. Ну все уже, давайте, довершайте. Где он там есть? Секунду, уже на исходе. Непонятно, ну зашкирился где-то, наверное, да? Так, секунду. Так, Б6... 5. Отлично. Сейчас чуть-чуть звучок погромче сделаем, может быть. Не знаю, как меня слышно, ладно. Так, почему-то на Б мало народу из наших. Так, кто-то вышел. Тихо, подождите. Значит, ты стой здесь. Ладно, давайте делаем. Не будем делать. Так, а, ну все, два противника, пока я тут прохлаждался. Охлаждался, да? Собственно, наши почти взяли раунд. Остался один. И... где же он может быть? Опять шкерится где-то. Ну ладно.
Дергаться я не хочу. Буду ждать, искать тоже не хочу. По-любому он, может, в углу где-то сидит, поджидает нас. А, ну вот, пожалуйста, видите. Вот здесь он, да? Странно. На радаре вроде. Вроде вот тут где-то должен быть, да? На ладони вон там. На радаре все как... Прям как на ладони, я имею в виду. Блин, но... На Б вряд ли он пойдет. Блин, бред. Я думал, он через Тёмку, имею в виду, вряд ли пройдет. А он вообще через свою базу, походу, оббежал. Да. Хорошо, хорошо. Может, пистолет какой-нибудь купить, потому что сейчас пистолет очень важную роль играет. Так, что тут напомнить? Хорошо, хорошо. Кто-то должен смотреть центр. Отлично, на центре есть. Да, на Зигурвуд, да? На Б1 темницы в этой. Но пока они, как видите, не спешат к нам. Один пошел внутрь. Я... Ну иди, иди, я тоже к тебе сейчас подойду. Отлично, минусует. Думаю, через их базу можно пройти. Я очень часто здесь, помню, ходил. И это очень помогало, потому что они... Ну, никак не ожидают, что мы отсюда с их респы пойдем. Ну, вот видите, их просто вот тут обходить можно и все. В основном темницу эту редко кто пасет. Ну, не так часто, скажем. Если уж пасти, так они забегают прям туда. В этот тоннель. Вот, припекло чуваку нашему. Так, хорошо. Ну что, занимаем прежнюю позицию. Ну да. Так, центр смотрит. Два человека. Ага. Минус делает, да? Смотрите-ка, они, мне кажется, могут на Б пройти. Их отвлечь. Не пойму, куда они пошли. Ладно. Ага, а заняли. Ёлки иголки, ты посмотри-ка. Уже... А, заняли. Бомба в коробке была. Кто палит? Да, ну это, конечно, не круто. Сейчас они там поставят ее, и все, и хана. Да, скорее всего, так и будет. Ну и что это было? Патрон нету, да еще и сзади кто-то там обходит, да? Не, сзади никого. Так, сейчас через Ирхана пойдет, да? Или нет? Это вообще смех-парад какой-то. Я даже не понял, кого я убил. Ладно, я, наверное, через чувака прострелил, да? Так, 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 я первый. Отлично. Ну, сейчас попробуем кое-какой план. Не получится. Так, у нас уже раш. Тихо-тихо-тихо. В сторону. О, ты откуда? Я что-то запаниковал, да. Да, например. Ну что это такое? Наши ряды. Наши... Наш строй поредел. Поредел. Чё такое-то? Чё за бардак, ребят? Спины не убил, блин. Это было вообще смешно. Ну, бывает и такое, чё, не скрою, конечно. Так, меня уже вычислили. Надо куда-нибудь отойти. Так, ну отсюда лучше не уходить вообще. Так, АВП там в тёмке лежит.
Так что есть вероятность, что ее могут подобрать. Ладно. Я буду Б охранять. Блин. Какой тут Б нахрен? Центр уже никто не пасет, поэтому меня могут обойти с любой стороны. Так, кто-то на зигзаге вроде был, да? Ладно. У меня, в принципе, есть идея, но... Конечно, не суперская. Вообще, мне кажется, мне сейчас грохнут. Звук у меня тихо почему-то сделан. Что-то я очкую, знаете как? Да. А где все были-то, интересно? А. Ну да. Снова берем наш... наш птичий отряд. И рвем когти туда, в пещерку в эту. Давайте попробуем на этот раз. Надеюсь, они не... Ях ты, муха! Что-то я рановато зашел. Ладно. А, пять они... Опять они там. О, красавчик. Минусанул. Так, а центр, 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 что-то как-то центр хила стоит. Блин, ну и на Б вообще фигово, чё я тут один хожу? Стою один. Вот когда я Б захватываю с террористов, я вообще, знаете, я как-то очкую, ну, я не могу сюда заходить, я боюсь. А когда меня захватывают... I'll take point. Террористы, то мне тоже как-то здесь не по себе, честно. Когда они выходят из темки, мне становится фигово. Они прям сейчас разбросают нас тут всех. А когда я выхожу из темки, ну, если за террористов, так... У меня неуверенность. Глаза-то разбегаются, они тут со всех сторон сидят. Блин, ну вы что делаете-то, ребят? Ладно. Сейчас нет времени обходить, да и вообще незачем, я считаю. Блин. Но... Что за минуса пошли? Сейчас тут нас могут поджидать, слева, справа, вот тут вот. Если мы выйдем из коробочки нашей. Опа. 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 Давай! Зажал, называется. Но ёптить. Давай, давай. Еее. А чё, Е-то, он успеет вообще? Чё-то я не слышал, давно начал пикать. Ну, вроде должен успеть, да. А чё это за шарики какие-то? Я не видел там обновление, что ли, какое-то или чё. Так, отлично, берем снова нашего. Куда нам? Куда пойдем? Давайте, давайте снова на Б. Еще вот тут можно проходить через нижний проход в темку. Очень интересный тоже. Они там обычно нас не ожидают увидеть. Это очень круто. Так, я смотрю, они могут на Б сейчас легко прорваться. Там, поэтому давайте-ка мы им сейчас подарочек что-нибудь закинем. А бомба-то на зигзаге. Нам туда надо всем стягиваться-то. По сути это дело, да? Конечно. Так. Ладно, делаем так. Блях, там кто-то был. Террорист какой-то. Отлично, вот наши по 90. Нам помог. Отлично, хорошая игра. Хорошая команда у нас, у меня была. Вот, вот, собственно, и игра... после двухмесячного отсутствия, получается, да, два месяца не играл, меня звание понизили, я был двумя калашами или калашом, я уже не помню, меня просто спустили на ноль, просто на ноль, на дно, капец, да? Вот, ну что же, всем до скорой встречи, всем пока, в общем.